Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами снова Джек Шепард, мы продолжаем проходить Splinter Cell Blacklist. Марафон продолжается, надеюсь, вам все так же интересно, как и мне. Грим, как у тебя дела? Чудно. Готовлюсь к следующей операции. Брикс мне очень помог. А Чарли? Остолоп. Вечно витает в облаках. Так, могу ли я как-то улучшить самолет? Ну да, я мог бы, но... У меня нет денег просто. На этом все. Ладно, до встречи. Анна, денег займешь мне? Как-то мне с финансом туговато. Ну ладно. Мир в опасности, пора его спасать. Американская жизнь дала США. Похоже, для спецназа США это один из самых кровавых дней в истории. На размещенном в сети видео показан расстрел американских войск боевиками инженеров. Здесь его показать мы не можем. Кадры не для слабонервных. Президент Колдуэлл поклялась отомстить за смерть погибших и продолжить войну с терроризмом. Однако Конгресс не уверен, что ей удастся справиться с охватившим страну кризисом. Понятно. Дела плохи. Данные АНБ перепроверены по трем источникам. Похоже, цель в Далласе, но ничего конкретного. Возможные объекты здесь и здесь. Стадион и аквариум. Нам дали посадку в Лавфилде вместо Форт-Уорта. Хоть время сэкономим. Мы будем держать тебя в курсе. Вопросы? Да. Почему Чарли молчит? Уже сказал ей. Скажи мне. Я проверил данные по всем основным аэропортам страны. Не было ли пассажиров в розыске? Что это? Ничего. Вакуум. В Чикаго рухнула база аэропорта. Список пассажиров был недоступен 5 часов кряду. Профилактика проверена. Дай ему сказать. Я вручную прогнал фамилии пассажиров с прибывших рейсов по нашим базам. Всплыло 6 имен. А теперь гляньте. Запись камер аэропорта О'Хара. Те 6 вышли вместе. Признаю, это важно, но не приоритетно. Все данные из различных агентств указывают на Даллас. Я о том и говорю. Никто не ждал их в Гуаме. Тогда инженеры тоже спутали все карты и перебили несколько групп спецназа. Они играют с нами. Мы успеем вернуться из Чикаго? Слишком далеко, Сэм. У нас только один шанс. Если мы промахнемся в Чикаго, то не успеем в Даллас. Сэм. Летим в Чикаго. Мало ли, что там случайно обнаружил Чарли. Президент дала мне карт-бланш в этой операции. И заберет назад, если нарушишь приказ лететь в Даллас. Атака в лоб не имеет смысла. После того, что Садик устроил в Мираве. Что это? Спецназ Чикаго. У них ЧП с захватом заложников. Готовь вертушку! Там чертов лабиринт, да еще эти заложники. Усыпляющий газ поможет избежать лишних жертв. Целиться будешь по камерам-липучкам. Без них никак. Ну, газ у меня есть, все остальное есть, поехали. Осталось лишь навыками своими воспользоваться как надо. Сорвите первый теракт черного списка на территории Америки. Чикаго, США. Террористы связались с полицией Чикаго. Чего хотят? Ничего. Только потребовали, чтобы полиция не совалась в этот район. В таком случае зачем им заложники? Может, вляпались выше головы. Возможно, это не инженеры, Сэм. В Далласе и без них хватает уродов. Время на нуле. Отступать уже поздно. Чикаго — один из самых современных городов мира. И самых технологичных. Чтобы создать тень, может, темноту создать, не тень. В чем тут тень? Ух ты. Ребятки, это надолго.
Ну, здесь около 5, наверное, да, где-то. Ага, спускаться надо, ладно. You gotta grab all the hostages? Why the hell do you let your kid play a game like that? Listen, dumbass. Проведи игры, говорят. I don't think there's anyone here but us. Good. I don't want no surprises. We're getting surprises, we shoot them. Так, хорошо. Такс. Я, знаете, что думаю? Я думаю брать метки с тех, кого я так вижу. И поставить метки на тех, кого я, скорее всего, не увижу издалека. Тихо. Музыку пока послушать. Вхожу. Гражданских не видно. Кажется, они ловят беглецов. Я тут смотрю на чертежи. Если они их куда и увели, то только в подвал. Загнали себя в угол. Новички в таких делах бывают опаснее профи. О, это взрывчатка, твою мать. Тихо-тихо. Так, это туда пошел, а это куда пойдет? Блин, там еще один. Я надеюсь, вы не слышите этого. Соседи, блин, решили что-то посверлить. Карусель, прекрасно. Я даже не знал, что тут какой-то мужик ходит. Офигеть. Можно пройти по шахтам. Доступ к ним за сценой. Правда, будет высоко. Давай наверх. You know what? I think they're scared of us, man. They should be scared. We are locked and loaded. Goddamn SWAT. Охренеть, там, оказывается, еще чуваки были. Just like that. Oh yeah. Так, их очень много. Нет, метки нет. Я за сцену пробрался вроде как. Блин, что делать? Ну уже шевелись. Так, что случилось? Они что, кого-то нашли? Скоты. Спать. Охренеть.
Блин, я мог бы запрыгнуть, но я думаю, что они меня все равно бы увидели. Черт. Черт. Ладно. Помочь никто не хочет. Если я сейчас пойду его проверять, то я его тоже вырублю. Ну? Ребята, вот это уже плохо. Так, я вроде в темноте. Ничего не видел ты, все нормально. Приятель. Нет, можно проходить. Покидай банкетный зал, Гриб. Найдите заложников. Заложников видел? Нет, только сопляков с плохой снарягой. Может, это не черный список? Выясним. Так, ладно, что там? Чьи-то ноги. Ладно, не пойду тут. Пойду здесь. Да, я закрыл. Отлично. Я знаю, что здесь справа засранец. Тихо. Ой-ой. You wanna know what I think? I think they ain't scared enough. They look pretty damn scared to me. Хорошо. Да блин, не пушку. Ладно, пушку свою потом возьму. А в принципе мне вообще автомат не нужен, так что. Нужно по идее с этим бегать. Ой, он идет. Привет, приятель. Отдохни-ка маленько. Ну это же какие-то придурки. Те-то чуваки были гораздо опасней. По-моему, это все просто для отвода глаз. Блин, сколько вы тут народу-то порубали, а? Офигеть. Я, в принципе, не думаю, что стоит их в контейнер относить. Я думаю, что их здесь не найдут. Вот это адреналинчик-то. Вниз. Вообще куда-то направо. Так, что это? Свет выключает. Тихо. Скорей. Сэм. Будем ждать. Кого?
Помоги, ты же понимаешь, что кто-то выключил свет. Нет, он не услышал. Ладно, идем дальше. Что там в твоем секторе? Тут пусто. Сколько их там? Ни черта нет. Трое, как минимум. Разделимся, так искать проще. Я мог бы этих двоих придурков устранить вообще. Тут заложники. Еще наверху один. Нет, здесь мне лучше ПНВ. Все трое очень близко, они ко мне. Блин, нет, слишком опасно. Блин, ну если их трое, я могу сейчас их вырубать. Помоги мне искать. Ладно. Ну вот, 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 вот. Мой шанс. Хорошо. Тихо, люди, тихо, все хорошо будет. Грим, заложники в котельной. О господи, я сделал это. Все будет хорошо, люди, с вами. Ясно. Можно пускать саперов? Пусть будут готовы. Никого не пускать, пока все не проверю. Все, я вниз. Поняла. Жесть, просто жесть. На таком классе просто прошел. Ой-ой-ой-ой. Коридор довольно широк. А вдоль потолка должны идти трубы. Там можно укрыться. Ну да. У меня 4 выстрела, и тут, блин, источники света. Тихо сесть. Что, ты, может, сюда подойдешь? Да, ты идешь сюда. Ты что-то было, тебе надо проверить это. Тихо. Все, спи. Так, лучше эхолокатор тут. О. Давай. Блин, шанс был, по-моему, сейчас спущу. Да. Эй! Я надеюсь, ты не будешь наверх смотреть, а? Нет, не будешь, ты ж тупой. Давай, Сэмми, давай. Хорошо идем, очень хорошо. Привет.
Нет, только не говорите, что он поднимается. Нет, он не поднимается, хорошо. Так, все трое тут. Вот бы их сейчас устранить-то, да? Первый, второй, третий. Да блин, Сэм, ну. Твою там мать. Ну блин, ну как я так мог все запороть? Я ведь не увидел, что это только шлем у него снять. Давайте все по той же схеме сделаю и продолжу, как только всех снова завалю. Итак, захватил я все-таки этого засранца. Мне, правда, пришлось парня, который я должен был захватить, электрошоком вырубить. И этот дурачок пошел на тревогу. Три коптера я два использовал тоже. Посмотрел, как они работают. Ну, в общем-то, ничего такого интересного особо. Разве что шокер кидаю. И вот этого парня, который в маске, если что, могу сказать, с шокером не взять. Кстати, вот этого чувака. Нет, не этого я мог скрутить. Но зачем ты взял этого? Сейчас мы тебя повяжем и все, за тобой приедут. Ладно, неплохо. Где моя пушка? Вот она. Все, идем. Один заряд у шокера остался. Вот как. Вот у этого места постоянно парень в шлеме бродил. Так. Я думаю, мне пригодится шумовая липучка, если что. Ну или светоточивый, по крайней мере. То есть вот эти так, все гаджеты использовать вообще на ура. Похоже на то, что им нужно. Это что за покемон? Может, не стоило, Сэмми? Нет, дрон не отвечает. Минуту. Высылаю другой. Не высылаешь больше. Зачем вам водочистная станция? Говори. Иди нахер. Ну, правильный ответ. Я все скажу! Биологическое оружие. У них есть вирус. Они хотят заразить воду? Как мне обезвредить бомбы? Кодом. Флешка на моем имени. Я все рассказал вам. Я помог вам. Ты меня нахрен послал? Я прошу. На сегодня ты будешь Грим? Жить. Грим? Мы все слышали. Он дал мне флешку. Подключаю капсат. Передай в чикагский спецназ. Спасибо им за терпение. Сэм, фургоны, которые Чарли засек в аэропорту, прибыли сюда час назад. Мать твою, мы опоздали? Еще не знаем. Торопись. Ну да, ты поторопишься. Я надеюсь, что тут никого нет, и я... Что я здесь бегу, меня никто не услышит. Я бы не отказался от боеприпасов. Вот так между нами и да, боеприпасы. Что там оператор дрона? Оператор запускает дроны-разведчики. Тихо, тихо, тихо. Так, Сэм, кое-что о беспилотнике. Один выстрел выведет его из строя, ну а два... Они взорвут заряд внутри него. Может пригодиться в нужный момент. Просто предупреждаю. Окей.
Пусть он едет, людей-то вроде нет. Ну да, людей нет, охренеть, как нет людей. Тебе показалось. Я уверен. Не видел. Нужно быстрее действовать. Там еще же один труп у меня валяется, а дрон сейчас на обратный путь поедет. И уж труп-то он точно заметит. Он же едет, он уже едет. Ладно, нет времени. Пушка. Ехал. Хорошо. Нет, не выпускаешь. Нет, не выпускаешь. Блин, с трупом делать нечего больше. Да нет. Еще один. Тихо. Маленький засранец. Я бы тебе очень не советовал дронов запускать, придурок. Хорошо. Ну, это радует, Сэм, что у них тоже есть оператор дронов. А то я был бы один. Твоя флешка. Там данные зашифрованы тройным кодом армейского образца. Ага. Это в точности тот же код, который Садик использовал в Мираве. Отлично, Чарли. Что ты ничок взяли? Давай, Сэмик, аккуратно наверх. Блин, была бы возможность оружие свое отдать просто денег им. Ой-ой-ой. Оружие, в общем, свое отдать и взять какой-нибудь... Ну, то есть, улучшение там на костюм и прочее. О, красота-то какая, да? Хочешь искупнуться, а? Водичка-то ледяная. Нет, не хочешь. Ну, ладно. Ты охранника убил, скотина. Остановите теракт. Ох, ребят, знаете что? Да. Не хочу вас обламывать. Ну, в принципе, что? Часик подождете, и серия выйдет. Если вы в записи смотрите, тем более у вас все серии уже есть. А, в общем-то, на этом мы закончим эту серию. С вами был Джек Шепард. Большое спасибо за просмотр. Комментируйте, ставьте пальцы вверх. Счастливо. We once had a standard of a fancy life, all the town in flowers, the streets are white, red flags wave, the science soaring, happiness.